Всем привет от YouTube-канала «Популярные узлы», где я выставляю узлы на все случаи жизни. Сегодня это будет очередной узел, который состоит из двух простых узлов, так же, как я в прошлый раз показал скорняжный узел, и так же, как и охотничий узел, и тут же за ним пойдет узел цепелин. Все они состоят из двух простых узлов, но по-разному сплетаются друг с другом. Этот узел называется австрийский проводник. Я опять же покажу вам его не классическим методом, а самым обыкновенным, простым, который легко заполнить и легко выполнить. Классический метод предлагает завязывать эти два конца и делать это как австрийскую петлю через руку. И потом просовывайте сюда. Это глупость большая, потому что уже это не цельная веревка. Тут как бы петля разрезана, поэтому очень-очень легко сделать. Так же, как и скорняжный, например, узел, образуя сначала простой узел вот таким образом. Потом конец ставите вот так, чтобы он разделил петлю простого узла на два окна. Вот, берете вторую веревку и продеваете в правое окно. Обводите вокруг конца. И потом вы проводите этот конец под эти две веревки, под веревку, то есть образуя опять же простой узел, в том же направлении, как и конец первой веревки. Вот таким вот образом. Смотрите. Подняли наверху, на весу очень легко делать. Подняли, ввели сюда. Вот так. Можете потом в замедленном виде повторить все это. Вы тут можете сделать. Подтянуть каждую веревочку и сделать это покороче. Чем хорош и почему любят этот узел те же самые альпинисты, что при сильном затягивании он достаточно легко развяз, так же, как и австрийская петля. Вот это вот я вам говорю, как мне в комментариях говорят, ну, говорите, в чем преимущество это, как, для чего он используется. Вот я вам говорю. Альпинисты его часто используют, так же, как и австрийскую петлю. Я надеюсь, вам понравился этот ролик. Ставьте лайки. Если вы новенький на канале, подписывайтесь на него. Жмите на колокольчик, чтобы получать извещения о новых роликах. И комментируйте. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Спасибо за просмотр. И увидимся на следующем ролике. До свидания.